Мобильные отряды самоконтроля продолжают нести службу в поселениях муниципалитета. В рейдовых мероприятиях принимают участие сотрудники администрации, депутаты, казаки и полицейские. Особое внимание соблюдению карантинных мер уделяется в районном центре. В профилактику входит общение с людьми, вручение им памяток о том, как необходимо себя вести и какие меры предосторожности в условиях карантина. Могу озвучить некоторые из таких предостережений, что это социальная дистанция необходимо соблюдать не менее 1,5 метров, носить необходимо маски, перчатки, ну и соответственно запрещаются прогулки, пикники и просто походы в гости, потому что необходимо как можно больше изолировать людей друг от друга, чтобы предупредить заражение. На сегодняшний день пешеходам также запрещено покидать дома без уважительных причин. Владельцам автомобилей можно перемещаться с 10 до 16:00. Штраф за нарушение составляет от 15 до 40 тысяч рублей. За все время карантина в станице Северской выдано более 500 уведомлений. Со всеми нарушителями проводится разъяснительная работа.